Смотрите, какие у нас фишки есть. Вот такой вот устрицы. Бар можно себе прикупить. Вареные раки, вино, пиво, рыбки в аквариуме. Красиво. Вот, допустим, столовая «Два дельфина». Здесь есть такая детская зона отдыха, в которой можно посидеть с детками. Большое помещение, в котором можно поесть. С правой стороны есть бар у них. И можно посмотреть, что предлагают ребята. Здесь огромное количество салатов. Выбор блюд первых. Можем оливье 55, крабовый 55, салат средний 55, свекла 50, салат свежий капуста 50, винегрет 55, селедка почти 65, морковь по-корейски 50. Каша манная, геркулесовая, рисовая по полтиннику, борщ 70, суп лапша с курицей 85, окрошка 90, суп хорошо с мясом 90, суп с рикадельками 90, солянка сборная 120, суп грибной отсутствует. Фри 70, пюре 50, отварной картофель 35, макароны 50, гречка 50, рис 50, капуста тушеная 45, фасоль сезонная 250, овощи рагу 80, овощная горка 80, яйцо парное 30, сметана 35, майонез 35, красный соус и белый соус тоже по 35. Точно, ну все, смотрите, прям хорошо так за этими лежат. Блюда есть еще шашлычок и там чего может быть тоже понадобится. Также разнообразный выбор гарниров. Ребят, в принципе, все вкусненько выглядит. Ну, рулет куриный на вес 110, котлеты куриные 75, котлеты по-домашнему 75, котлеты по-киевски 120, бештек с яйцом 90, тефир и соус 80, манты 200, 4 штуки, пельмени 1 порция 80, голубцы на вес 70, долма 70, перец фаршированный 70, баклажан фаршированный 70, рулетик с баклажан с орехами 80, плов говядина порция 100 и поджарка свинины порция 80, куриная печень на вес... Нет его, жаркое на вес 90, корочка 85, мясо по-французски на вес 120, мясо по-царски 120, куриная грудка под сыром 95, рыба жареная в ассортименте на вес 90, перегаз жареный 90, морской вес 90, 7 блюда печеная 250, картошка под сыром на вес 70, жильен 80, мечта на вес, не считаю, что это 80 стоит, отбивная 110, ежики 110, нет. Чанаки в горшочках порция 140, корешки в ассортименте 100, длинный с творогом штука 35, длинный с отгущенкой 35, длинный с джемом 35, творога запеканка 8, сынки творожные 40, сосиска в тесте 90, пахвала с медом 80, трубочки за 80, хлеб по 3 рубля, кофе рассоленный 40, кофе 3 в 1 40, капучино 50, чай черный 30, чай зеленый, компот 30. Так вот. Скажите, кушали в этой столовой до этого? Я хочу сказать вам, что там по поводу этой столовой, кто-то сюда ходит, а оттуда кто-то сюда. Вкусно? Здесь вкусно. Знаете, столовые были на Горького, ага. Где мы... Ну, плохое, не, но интересно про эту столовую. И отлично. То есть тут нравится? Только здесь. Приятного аппетита, хорошего отдыха, спасибо большое. Ну вот вам, пожалуйста, отзыв от отдыхающих наших, ну и плюс детская зона. Все, друзья мои, вы узнали об этой столовой все, что надо.